Ну, Вестанку. Паш, боюсь ты летать на самолетах? Что за прикол? Че, остаешься? Не очень мягкая посадка. Ребята, я такой пират вижу! Где спонсор нашего сегодняшнего выступления? Сбербанк! Ура! Та-дам! Время 8:00. Сергей Балаковский, Гидропластик. Всем привет, дорогие друзья! Давно не выходило видео на моем канале, и появился для этого замечательный повод. Мы сегодня, буквально через несколько часов, ансамблем выступаем практически в самом северном городе Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Это город Белоярский. Сегодня Белоярский отмечает 50-летие своего района, и мы ансамблем летим туда, чтобы поздравить жителей с этим замечательным праздником. Не буду медлить, дорогие друзья. Перед тем, как смотреть это видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео на моем канале. Едем в Белоярский, друзья. Наша Югра! Дорогу! До Белоярского подвезти? Да. Ну все, до завтра. Давайте. Вот такой у нас красивый аэропорт. Как я думаю, друзья, вы уже заметили, что все постройки практически у нас в виде чума сделаны. Символ севера. В Салехарде, в Янао тоже чум. Все в виде чумов сделано. И у нас здесь в Ханты-Мансийске аналогично. Вот здесь у нас такая большая зона отдыха, скамеечки, парк сделан. Такая композиция национальная. Как выяснилось уже в аэропорту, летим в Белоярский через Нягань. Через Нягань летим. С посадкой, что ли? Да. Ну вот, смотри. Так, мы все, прошли регистрацию. Поднимаемся на второй этаж уже. Зона досмотра. И самолет скоро будем садиться. Серег, пока. Сейчас остаешься? Сейчас пройдемся в аэропорт и посмотрим, что тут у нас интересного находится. Сейчас мы сидим в зале ожидания на втором этаже аэропорта. Выставка «История костюмов Сибири». Пока есть время в аэропорту, сейчас немножко расскажу вам информацию про тот город, куда мы летим, про город Белоярск. Белоярск в переводе Нувистанку, город в России, административный центр Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Основан, кстати, город в 1969 году, город переименован с 1988 года. Население города 19542 человека по переписи в 2019 году. Город Белоярск расположен на левом берегу реки Казыма. Так что так вот, сейчас скоро туда прилетим, посмотрим, что за город. Один из наших самолетов, в котором полетим в Белоярске через город Нягань, поэтому у нас полет составит чуть больше 2 часов, а так бы, я думаю, минут за 30-40 бы долетели. Прошли последний контроль, садимся в автобус и едем к самолету. Так, вот наш автобус, самолеты вон, вертолеты, сейчас поедем. Рядом с Пашей постою. Че, Паш, боишься летать на самолетах? Конечно. Боишься? Серьезно? Самый безопасный вид транспорта.
Так, ну все, садимся в самолет. Летим в город Белоярский. Здравствуйте. И 12D. Отлично. Самолет полный. Практически все места заняты. Разворачиваемся, и сейчас будет взлет у нас. Только что командир нашего самолета объявил по громкости связи, что начинаем посадку в город Неаполь. По времени прошло примерно минут 30 полета. На машине, когда мы раньше на микроавтобусе ездили, от Ханты-Мансийска на микроавтобусе до Неаполя, примерно дорога составляет 3 часа. Здесь на самолете все, конечно, гораздо быстрее, 30 минут и уже в Неаполе. Так что приземляемся. Когда будем садиться, вам покажу. Спустились ниже облаков, вид на Югру с высоты птичьего полета. Открываем самолет, о чем-то поет. Зеленое море, тайги. Практически прям к центральному входу аэропорта привезли нас. Отлично. Ребят, ну я такой пират вижу. Вышли из самолета прям возле аэропорта. Вот аэропорт. Сказали зайти в аэропорт, что-то посмотрят с самолетом. И потом обратно садимся и летим в Белоярский. Так называемый транзит получается. Такой зал ожидания в Неаполе. Буфетик небольшой. Я думаю, скоро нас обратно поведут в самолет и полетим уже в Белоярск. Спустя 30 минут. Садимся опять в самолет и летим уже в Белоярский. Вот так пешком до самолета. С аэропорта. Вот, сзади Неаполь. Неаполь. Вот так вот пешком. Так, ну вот уже в самолете. Скоро сейчас летаем и полетим в Белоярск. Думаю, взлет и посадку уже не буду, наверное, снимать. Ну, как к Белоярскому подлетим, включу камеру. А вот сейчас вот уже мы Неаполь. Сейчас скоро будет взлет. Следующее включение, я думаю, уже в Белоярском будет. Так, ну вот Белоярский. Подлетаем уже. Город Белоярский с высоты птичьего полета. А вон, скорее всего, та гостиница вот виднеется. Самая верхняя точка
города, где мы будем проживать. Гостиница Карибу. Ну все, прилетели в Белоярске. Сейчас выходим с самолета уже. До свидания. Итак, мы в Белоярске. Ура! Все, едем в аэропорт, сейчас забираем багаж и двигаемся дальше. Так, ну вот, друзья, вот прибыли уже в гостиницу, заселились, кидаем вещи и едем на площадку смотреть нашу площадку, где мы сегодня выступаем в Белоярском, 50 лет, Белоярский район. Концертный зал, Камертон, сегодня здесь выступаем в 6 вечера. Едем смотреть площадки, где сегодня выступаем. На аэропорт Ханты-Мансийский похож. Идем смотреть первую площадку. Например, в 3 часа дня здесь открыли улицу, посвященную Валентине Терешковой, первой в мире женщине-космонавту, герою Советского Союза. В 1963 году она целых 3 дня провела в космосе. Улицы с ее именем есть в 20 городах России. Назвать безымянную улицу Белоярского – это инициатива самих жителей города. Здесь установили и стелу в виде космического корабля. А на ней надпись, фирменная надпись самой Валентины Терешковой «Эй, небо, сними шляпу». Кстати, она тоже сюда приехала и была весьма польщена такой инициативой. Для меня это, наверное, особое значение имеет, потому что здесь живут в довольно сложных условиях наши люди, труженики, талантливые. И каждая встреча, мы же видим, как хорошает ваш город. А это все сделано руками белоярцев. Так, ну что, мы выступили сейчас на первой площадке в Белоярском. Сейчас уже отправляемся на вторую площадочку. Отрабатываем и потом в 6 часов вечера торжественный концерт. Да, Михалыч? Да, здорово. Вообще не холодно. Так, дорогие друзья, спонсор нашего сегодняшнего выступления — это Сбербанк. Та-дам! Единственный, кто у нас в ансамбле сказал, что не будет за гонорар работать, это Сергей Бураков. Вот, видите, на бирже на Форексе играет. Да. Все, там полным ходом идет. А? Далеко у вас? Мероприятие, как я понял, будет открытие бульвара. Здесь у них. Поэтому на открытии мы работаем. На первой точке мы уже отработали. Был глава Белоярского района и была Терешкова, первая женщина, космонавт. Если будет возможность, подойду с ней, конечно, сфотографируюсь. Но не обещаю. Но очень бы хотелось с ней сфотографироваться. А так мы продолжаем, сейчас отстраиваемся, и будет у нас следующее выступление. Илья сосредоточен. Так, друзья, все, выступили на втором мероприятии. Сейчас идем в Камертон. Концертный зал. Пропустите, извините. Извините, пропустите. Молодцы. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. 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 С праздником вас! Белоярский район красотою пленен. Но мы последний раз у вас здесь были лет 5 назад. Да ладно, вот да. Недавно, мне кажется, приезжали. Ну, это вот лет 5 было недавно. Ну, не 5, поменьше. В 2014 году. Да? Точно? Да. Да нет. Да-да. Так, вот такой концертный зал. 50 лет. А куда? Здравствуйте. Еще раз. А кто здесь за главного? Белоярский район, красотою пленен. Здравствуйте. Да? Да. Вот это наш, да? Ой, спасибо. Гримерочка. Только что отобедали. Через полчаса уже начинается концерт.
находимся в концертном зале Камертон города Белоярска. Вот большой зал. Илья? О, это же Сибирь Брас. Да. Момент X настал у нас. Да. Через 5 минут начинаем. Да. Начинается торжественный концерт в Белоярском. Да. 50 лет Белоярскому. И открываем концерт мы, ансамбль Сибирь Брас. Извините, здравствуйте. Да ничего, здравствуйте. Куда идти, правда, не знаем, но сейчас найдем. Ну, до выхода то, что найдем. До выхода на сцену. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, идем нам туда, да? Так, ну давайте перейдем через сцену. Да? Так, ну все, друзья, наконец-то торжественная часть заканчивается. И уже наш выход. Скоро начинаем. Мы первые в концертной программе. Итак, дорогие друзья, на этом наше выступление закончилось и заканчиваю сегодняшний ролик. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите комментарии. Специально для вас Сибирь Брас! Пока!